В Израиле прошли массовые гуляния в честь праздника Симхат-Тора, который отмечается на 8-й заключительный день Суккота. К стене плача вынесли 100 свитков Торы, вокруг которых образовалось 7 кругов танцующих. По традиции, таким образом завершился годичный цикл чтения Торы. Организация «Наследие горских евреев» в Хадере отметила этот праздник в горской еврейской синагоге Оэль-Шашана. Для прихожан подготовили сладкий стол. Под звуки еврейских напевов и мелодий Кавказа все танцевали со свитками Торы. С поздравлениями к собравшимся выступил главный раввин синагоги Михаэль Ицхакович. Хочу поздравить с праздником всех евреев мира, и в частности нашу кавказскую общину. Сегодня мы отмечаем праздник Симхат-Тора, день дарования Торы. Желаю всем яркого и счастливого вечера. Пусть все будут благословенны, и да благословит вас Всевышний.